Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня 29 сентября, и мне исполнился 41 год. Думаю, что сделать в этот день в качестве подарка для вас, моих подписчиков, друзей, учеников, о которых уже 61 тысяча. К моему удивлению, умных людей, занимающихся спортом, оказывается не так уж и мало. Все-таки развлекательные каналы смотрит основное большинство. И решил выпустить статью как раз-таки о том, о чем вы меня всегда спрашиваете. О жиросжигании, о похудении. Но не просто о избавлении от жира, а о локальном жиросжигании, о точечном жиросжигании. Это, друзья, возможно. Почему статья? Потому что легче будет воспринимать информацию. Когда-нибудь позже, может быть, сделаю видео. Информации очень много, информация качественная, собрана из разных источников и будет вам максимально полезна. Даже если вы не верите в то, что это возможно, обязательно ознакомьтесь с ней. Несмотря на то, что большинство людей, подписчиков моего канала тренируются натурально, очень много людей постоянно спрашивают меня о фармакологии и о гормоне роста. Так вот, спонсор сегодняшнего выпуска как раз таки компания, предлагающая вам качественную фармакологию, в том числе и гормон роста. Компания находится в Белоруссии, это мои друзья, вы можете смело заказывать у них любую фармакологию, которая вам нужна. Все ссылки на них будут в описании к этому ролику. Мое слово – гарантия качества и гарантия того, что вы получите то, что заказываете. Это очень важно в наше современное время, когда на рынке в основном фейки и пустышки. Почему я сделал статью, я уже сказал. Видео будет чуть-чуть позже. Многие ли из вас знают, что возможно локальное жиросжигание? Ведь клетки наши как рождаются, так и умирают. А многие ли из вас слышали о том, что можно запрограммировать смерть клетки? Многие ли из вас знают, что специальным сочетанием витамина D и кальция можно целенаправленно уничтожать жировые клетки? Знаете ли вы, что специальным тренингом можно направлять гормоны в ту или иную часть тела, где будет происходить как раз-таки локальное жиросжигание? Обо всем об этом и о многом другом вы найдете в моей новой статье на моем сайте. Ссылка на сайт и статью будет в описании к ролику. Мне очень интересно ваше мнение по поводу данной статьи. Обязательно пишите его в комментариях к этому видео. Но только, большая просьба, после прочтения статьи. Все комментарии будут сохранены, естественно, кроме оскорбительных, кроме глупых, тупых комментариев. Задавайте вопросы в комментариях. Напоминаю, что здесь можно задавать вопросы и ВКонтакте, либо в личку, либо в группу. На сайте, друзья, пишите только отзывы и пожелания. Я не отвечаю на вопросы на сайте, только здесь. Также вы можете воспользоваться и моим Инстаграм. Все ссылки на все мои соцресурсы всегда есть в описании к видео. Ну что, увидимся в следующий раз, как всегда, в тренажерном зале. Сохраняйте здоровье и сухость мышц.